Здравствуйте, дорогие друзья! Я решила купить себе белую орхидейку. Сейчас я вам ее спакую и посмотрим ее поближе. Представляете, он еще и ароматный. Раскрыла пакет и почувствовала очень нежный аромат. Ничего себе, я в шоке. Она и правда ароматная. Вот это бонус. У меня, кстати, уже была белая орхидея с желтой губой. Но так как у меня есть орхидейка Сизини, она тоже белая, тоже с желтой губой, но у нее еще на лепестках слегка вокруг губы фиолетовый цвет присутствует. И тогда я подумала, зачем мне столько белых орхидей, и решила ее продать. Продала я ее и, как всегда, потом горевала, зачем я ее продала. У нее же еще и на обратной стороне был розовый цвет. Я все пересматривала старые видео, фотографии. Мне так не хватало той орхидейки. Я решила все-таки ее купить. Я уже давно присматривала и искала орхидейку, у которой будет максимально желтая серединка. Мне кажется, это не прям такая же, возможно, и такая же в домашнем цветении. Возможно, у нее будет еще ярче губа. Солнышка нет, и как-то не сильно передается желтый цвет. Вот, получше видно. Представляете, у нее тоже с обратной стороны присутствует фиолетовый цвет. Это то, что я искала. Но от той орхидейки я не чувствовала никакого аромата. Интересно, это тот же сорт или другой? Вообще белых я знаю очень много орхидей. Если вы знаете точное название этой орхидейки, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я буду вам очень благодарна. А еще у этой орхидеи волнистые края. Вот видите? Очень интересная. Как же красиво она расцветет в домашнем цветении. Фиолетовый цвет. Я думала, ну продам. Если захочется, опять куплю. Белых же очень много в магазинах. Они всегда есть. Но нет, не тут-то было. Не так уж просто найти орхидейку с ярко-желтой губой. Еще и чтобы на обратной стороне был розово-фиолетовый цвет. Вот она, моя красоточка. Очень красивая. У нее шикарная розеточка. Крупная. Много пар листьев. Это очень хорошо. Чистая шея. Тоже, как у предыдущих орхидей, два цветоноса. Один с цветами, один срезанный. Это все из той же партии. Я опять ездила в Леруа Мерлен. Я видела эту орхидейку, но не купила, потому что и так много орхидей взяла. Все-таки не удержалась, поехала и забрала эту белую красавицу. Названия на горшочке нет, только буквы, цифры. Видите, какие хорошие корешочки. Она не перелитая. Красота какая. Фирма этой орхидеи Сенза. Вот у меня теперь есть белая орхидейка с желтой губкой. Белые орхидеи обычно очень пышно цветут. Это я по своей прошлой сужу.
Наконец-то я ее нашла. Обычно продают белые орхидеи с бледно-желтой губой. А я хотела именно повторить свою орхидейку, которую я продала. Хочется солнышко, чтобы было, и тогда будет еще ярче выглядеть орхидейка. Но сейчас солнышко очень трудно дождаться. Каждый день пасмурный, небо затянуто облаками. У меня на канале, кстати, есть видео, как я гуляла вокруг озера в городе, в котором сейчас живу. И вот я ездила к маме, и там тоже мы с мамой гуляли вокруг озера. Там я тоже сняла свою прогулку. Если хотите, посмотрите. Я с таким удовольствием пересмотрела это видео. Как же красиво летом. Такие яркие краски. Синее небо с белыми облаками. Зеленая трава сочная. Красивые деревья. Пышные, с листиками. Чего сейчас нам не хватает. Я оставлю вам ссылочку в описании под видео, кто хочет вернуться в лето, поднять себе настроение. Посмотрите видео, советую. Я прям с удовольствием посмотрела. А сейчас я хочу у орхидейки протереть листики жидким зеленым мылом. На всякий случай. Мало ли там какие-то невидимые нашему глазу насекомые. Вот так они и липнут к мылу. Протираю листики со всех сторон, во всех пазухах и шейку. Поливать орхидейку пока не нужно, у нее еще корни немножко влажные. Когда просохнут корешочки еще немножко, я полью орхидейку с добавлением препарата HB101. Это природный антистресс и удобрение. Этим препаратом можно пользоваться даже когда орхидея цветет, когда орхидея больная. Он на все случаи жизни. Я уже заметила результаты на своих орхидеях. Растения – это наш антистресс. Занимаешься ими, поднимаешь себе настроение, релаксируешь. Любуешься на их цветение. Это доставляет столько удовольствия и уход. И результаты нашего труда – цветение. Вот, незаметно, за разговорами, протерла все листочки. Так, сейчас протрем цветонос. Так, пока его отсоединим от держателя. Хорошенько протру. Как же я рада, что наконец-то нашла желанную орхидею. Вроде ничего особенного, белая. Но как она красиво цветет. Вышла. И разбавляет
яркие цвета, которые присутствуют в коллекции. Я купила кашпо, потому что у меня уже заканчиваются для своих орхидеек. Посмотрите, какая красавица белая, как невеста. Какие крупные цветы. Сейчас давайте я измерю, сколько они сантиметров. Наверняка в домашнем цветении даже будут крупнее цветы. Так, как же измерить? Десять сантиметров. Достаточно крупный цветочек. Еще и ароматный. Вот это да, вот это сюрприз. Я такого точно не ожидала. Ну все, друзья. На этой оптимистической ноте буду заканчивать свое видео. Желаю вам добра, хорошего настроения, почаще улыбаться, радовать себя, баловать. До скорой встречи, друзья! Пока-пока! До новых видео!